Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами поговорим о нормировке винограда зелеными побегами, первых зеленых операциях. Конечно, лучше это делать, когда почки подрастут, потому что сейчас, видите, они еще совсем небольшие, но я специально выбрала этот куст, я потом покажу и на других, потому что здесь есть много чего наглядного. Итак, смотрите. Значит, это кусту третий год. С одной стороны, вот у нас идет рукав с многолетней древесиной, вот пошла однолетняя. А там, видите, выращены еще три рукавчика. Это все однолетняя древесина. В классике мы бы выломали все вот эти вот побеги, которые идут до проволоки. Ну и стандартно вы можете везде услышать, что на куст нагрузка средняя где-то порядка 30-40 глазков, то есть 30-40 побегов. Ну, первое, у нас это куст молодой, и, конечно, надо наблюдать. Во-первых, не выламывать все сразу, и в дальнейшем тоже, несмотря на то, что вы вроде отмерили как бы 40 вот этих побегов, но видите, что что-то происходит не так, значит, надо будет убирать что-то лишнее. Вот это все снизу мы бы убрали. Ну, смотрите, дальше я покажу. Там дело в том, что прошелся морозец по почкам. И просто если я сейчас, то есть в классике бы мы сделали так, но если я сейчас вот это все снизу уберу, а здесь у нас самые мощные, самые хорошие побеги, то, ну, мне там уже может, в общем-то, ничего не остаться. Почему я говорю, не спешим. Кроме того, например, если нам надо, вот вы спрашивали в видео, где я показывала формировки, что а потом, что делать, вот каждый раз же нарастает кусочек старой древесины, что делать потом? Потом всегда можно вырастить новый рукав со временем, это не через год, не через два, не через три, но если надо, можем вырастить новый рукав. Смотрите, вот, например, этот побег или вот этот, скорее всего, мы видим, что он удобно растет, например, и мы его специально выращиваем. Он может даже быть не плодоносящий, но мы его специально будем выращивать на новый рукав. Не в данном случае, а просто вот такой побег, который где-то находится вот здесь, удобно нам расположен. Вот смотрите, у второго куста будет видно, тоже вот пошла проволока. В прошлом году этот куст немножко жировал галант и очень плохо вызрел, соответственно, как бы и в этом году не очень. И если я вот сейчас вот эти почечки здесь выломал, смотрите, раз, два, вот здесь у нас почка, вот здесь. А дальше что? А дальше ничего. Поэтому мы их оставляем. Дальше. В классике мы выламывали бы почки, которые растут неудобно и которые растут вниз. Вот, смотрите, вот. Вот эта почка растет вниз. И в стандартном случае мы бы ее выломали, но пока что мы выламывать не будем, потому что у нас нет на куста нагрузки, и опять же он может жировать, что для нас совсем не подходящий вариант, потому что мы опять будем испытывать проблемы с вызреваниями лозы, опять она будет вызревать плохо, опять будем иметь проблемы на следующий год. Поэтому пока не трогаем. Значит, что трогаем сейчас? Ну, если мы видим, что у нас много-много-много побегов, тогда слабенькие мы удаляем. Но я покажу еще на другом кусте. То есть тем изначально, какие побеги удалять, какие не удалять, мы разобрались, да? То есть в классике все, что до проволоки, убираем. Если дальше ничего не остается, значит, не убираем. И если нам есть необходимость, даже вот здесь бывает вот... маленькая будет почечка, она может потом пробудиться. Вот бывают такие почки здесь просыпаются. Нам, например, надо вырастить вообще новый рукав от корня, потому что этот какой-то, может, он потрескался, может, он заболел, либо еще по каким-то причинам, да? И мы выращиваем отсюда новый рукав. Ну, теперь идем к другому кусту. А вот здесь у нас всего много. И, ну, здесь показать будет немножко лучше. Значит, мы выламываем слабые побеги. Вот смотрите. Вот этот вот побег какой-то, он то ли подмерз, то ли подсох, ну, непонятно, что все, он нам не нужен. Мы его убираем. Может, мы его подломали немножко. Вот здесь, на этом кусте, мы видим, вот,
пошел рукав, и вот здесь то, что до проволоки. Так мы убираем. Раз, два. И вот здесь, ну, например, вот этот побег, смотрите, он вроде бы чуть ниже проволочки, но мы смотрим, если он нам удобен, мы его можем оставить на следующий год. Понимаем, здесь потом отрежем, и он у нас ляжет, если он для нас удобен. Вот, смотрите, здесь четко видно. Вот эти побеги большие, ну, они и дальше вот приблизительно равномерно развиваются. Вот эти какие-то вот малюпасики. Значит, вот эти малюпасики мы тоже убираем. Мы видим, что они растут не так, как нам надо. В плане силы роста. Вот здесь тоже вот растет он такой. И видите, и вниз растет, и маленький, он неудобный. Тоже мы его убираем. Тут вообще он только почечка раскрывается. Уже вот какой побег. Этот тоже убираем. И еще выламываем двойнички. Видите, вот здесь из одной почечки растут два. Но, смотрите, если они вот так растут, если есть еще опасность каких-то заморозков, не трогайте, подождите. То есть, ну, не спешите. Если уже все хорошо, вы понимаете, что погода будет нормальная, значит, тот, который поменьше, мы убираем. Сейчас покажу еще один. Вот тут у нас один отмерз. Вот один хороший побежек. А вот его сосед. Все. Мы его отломали. Вот еще один пример. Смотрите, побег прошлого года. Вот здесь большой побег. Здесь так себе. Ну, здесь более-менее, при том, что это такой уже взрослый куст. Смотрите, а дальше у нас совсем там пошли малыши. Все. Если мы сейчас вот эти большие выломаем, то там, ну, пока что непонятно что. Поэтому не спешите. Если малыши пойдут расти хорошо, может, потом мы малышей уберем, вот эти будут хорошо расти. То есть самое главное, не спешите. Подождите, посмотрите, как будут развиваться события. Особенно этой весной, потому что погодные условия, к сожалению, очень неблагоприятные. И нужно проявить немножечко выдержку, подождать, посмотреть. И тогда уже ориентироваться, что нам убирать, что оставлять. Потому что, ну, назад потом не приклеим. На сегодня это все, что я хотела вам показать, рассказать. Конечно, я вам буду показывать, как дальше будут развиваться события, как мы будем делать другие зеленые операции, продолжать проломку и нормировку винограда зелеными побегами. Но это будет чуть позже. А на сегодня я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. А под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов и мои контакты. До новых встреч. До свидания.